что я с самого детства ношу очки, и я привык к себе внешне в очках. Мне даже друзья говорят, ты в очках и без, это два разных человека. Я такой, как Супермен, они такие, вообще нет, вообще не туда. Большой стендап на Камчатке. В преддверии Международного женского дня в краевой столице выступят два известных комика. Участники стендапа на ТНТ и открытого микрофона Денис Гвоздев и Сергей Зорик. Просто какой-то двоюродный брат селедки под шубой пришел, какой-то дядя кто-то откудович нарядился, у него носки вот эти праздничные, черные, но разные, вот эти. Один с узором, второй капроновый, вот он сидит. Я у матери как-то спросил, говорю, кто это такой вообще? Она на меня молча посмотрела, как на идиота, и ушла. Я думаю, блин, может, я один его вижу. Слежу за собой, сейчас начал ухаживать за своим лицом, хочу стать красивее. Ценю вашу реакцию, вы такие, работы еще куча, Дениска, давай. Мы верим, давай, вперед. Совместный стендап-концерт Сергея Зорика и Дениса Гвоздева никого не оставит равнодушным. Мастера юмористического ремесла накачают ваш пресс с помощью шуток и жизненных историй, которые знакомы и близки каждому. А еще билеты на этот концерт станут хорошим подарком для любой девушки к 8 марта. Я себе даже представить не могу с таким телефоном, что вот он я, Серега Зорик, с телефоном за 100 тысяч. Стою в метро, пополняю тройку. Нормально. Провести вечер в атмосфере юмора можно будет 7 марта во Дворце молодежи в Петропавловске. Начало в 19:00. Подробности по телефону 32 84 84.